рассылку, мы разыгрываем среди подписчиков. Среди подписчиков Лёшиного канала. А, кто угадает, какой подарок отправится в Москву нашему дорогому шефу, уважаемому, многоуважаемому. А ему отправится подарок? Да. Да, ему будет отправляться подарок. И вот кто угадает, что мы отправляем ему в подарок? Ну вот. Тот подсказок получит, не будет. Тот подсказок не будет. Такую, да, подарок из Сибири. Одно единственное. Да. Подарок из Сибири. Подсказок даст сам Леша, если внимательно смотреть, он сам даст своими действиями. Да, единственное, что это подарок вот прям из Сибири. Это самая главная подсказка. Что можно из Сибири в Москву отправить? Тот получит вот такую машинку. Ну, не такую, конечно, может быть, машину. Может быть, это сам. Но она именно будет такая. Цвет вот попробуем белый подобрать. Да, это машина в автосалоне. Ну, попробуем. Вот именно Нива. Будет Нива. Белого цвета. Всем удачи. Точно такая же машина. Всем удачи. Они прям в наглую. Ох, сколько я их. Я ручку вот так возила на это, когда там еще в Минино жили. Илька приедет, поедем с ней на левый берег. Хлеба наберем, она сидит вот так кормит. На ней вот так голуби, я даже видео снимала, ползают по ней. Ничего себе, он что делает, я говорю, такого не видел давно. Туда выйти. Ну да. Ну вы столица. Воды в Енисее, конечно. Ну и вон ступеньки даже, вон видны, что они все под водой. Да. Затопило, смотри, как лестница, да? Короче, насколько тут выше уровня обычного сейчас? 4 метра 43 сантиметра. Сейчас, на 4 метра выше, да? Енисей из-за сброса, да? Это дома. А тут холодно, блин. Да, вообще реально. Вот это зрелище стоит видеть. Сколько высота? 120 метров. 120 метров. Офигеть! Да, туда не рухнуть. Вода херачит с высоты 120 метров. Вы посмотрите на это. Решили туда спуститься? Да, ну надо, не надо. Вверх будет сложнее. А мы там уже. Или наоборот? Там уже. Перегородили, ближе не пускают. Раньше на смотровую площадку можно было подъехать, сейчас не пускают. Да, это просто. Получается, сколько ты говорил кубометров воды в день? Секунду? 7500 кубометров воды в секунду сброс идет. Да. Это что-то, это зрелище. Даже открыто, видишь, три сейчас шлюза. Вот но, три. Но. Ты четвертый закрыли. Угу. Нет, три открыто. Вот щели, видишь, три? Ну, три. Три открыто. Ты сейчас сброс меньше. Это, по-моему, 6,3. 6,3? Да, 1000 кубометров в секунду. Ну, я понял. Падает вода. Да.
Нет, три. Открыто три. Всего 6. 7. 7. Все равно. Обалдеть. Обалдеть, да? Ну. Зрелище. Жаль, что ближе нельзя, конечно, подойти, но даже сколько здесь, ну 200 метров, 300, наверное. Все равно выглядит все это потрясающе. Сегодня Алексей Николаевич решил не нырять. Ну, как не будешь, Леша, ты же обещал еще раз повторить. Нет, сегодня волна высокая. А, сегодня надо. Волна высокая. Ну ладно, тогда не надо. Я вон боюсь. Да. О, идет большая какая-то. Я начну. Блин, какое течение у него, а? Да. А бежит он здесь вообще здорово. Очень быстро. Какой напор воды его будет. А дети там это? А дети, дети купаются, вот. Но. Сегодня, слушай, плавал, да? Да. Я в Енисеи тоже плавал. В Енисеи плавал, блин. В Охотском море осталось поплавать. Запретная зона. Проход, проезд запрещен. Не, ну вот если на волну посмотреть, вообще с ума сойти. Какая скорость. Течение. Наверное, если на таком матрасе лег бы там и быстрее бы, чем ты по дороге бы в этот самый бы попал. Красноярск. Ну. А значит, как этот затвор открытый был, и еще похлеще этого было. Ну видно, меньше стали сбрасывать. Это надо видеть и почувствовать. Вот, мы и смотрим. Да, зрелище, конечно, еще то. Да. Явление, хотя не природное, но необычное. Вы только представьте, возьмет вот эта вот бетонная конструкция, и вдруг резко не выдержит. Да? От одной мысли, какое там давление, просто становится страшно. На квадратный сантиметр всего этого сооружения. Какое давление воды? Это непередаваемо просто. Это три шлюза создают вот такой тут. Все набережные Енисея затоплены. А если, говорю, рванет все? Это всем открыть. Всем, да? Красноярск поплывет куда-нибудь, ближе к Ангаре. Да. Зрелище, конечно. И говорю, если включить фантазию и подумать, на хотя бы на секунду представить, что бы могло быть, если здесь что-то не выдержит. Вернее, что будет. Вот, вот отсюда, вот, вот теперь натурально видно, да, как да, она сбрасывает. Да. То, что снизу, это ничего не видно. Вот это да. Это да. Вот это теперь видна мощь. Ага. Но, да. Это того, что предприятие, что надо. А, фонарейс. Да не, отсюда тоже хорошо. Нет, вот теперь, во-первых, высоту видно, смотри. Ну. Вот теперь видна мощь, и понятно. Что ты говоришь? Куда еще пошла? Ну вот если бы это перекрыли то. Ну. А если вот так вот ехать, вот по дороге. Ага, и вот и вон вверх дорога, поднимается, да? Вверх поднимается дорога и по лес поехала по дороге.
Ага. Это ты так ездил, да? Я так на автобусе ездил. И потом, получается, прямо по самой ГЭС проезжаешь? По самой ГЭС проезжаешь, и там съезд такой же, точно такой же съезд, и съезжаешь. Это типа как экскурсии тоже, да? Да, это были экскурсии такие. Ну, вот этого не было ничего. Ну, понятно. Тепловые какие-то ловушки или что это такое? Ну, да, 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 да. Ну, что-то такое, да. И вот она вот так вот. Ну, я вижу, да, он видно, что на нее заезжаешь. А смотровая площадка, вот где вот эта красная вот эта опора стоит. Ну. И вот там смотровая площадка, то есть она выходит вот туда, там не лезет, ничего не ходит. Ну, примерно как здесь. Ну, понятно. Но здесь тоже будет. Не, классно, кто-то, классно. Кто-то взял спилю деревья, вижу. Чтобы смотреть можно было. Да, забрались мы так интересно. Самое главное, что никого нет. Вот какая-то девчонка только была тут, и все. Больше никто об этом не знает. Здесь мало кто знает эту дорогу. Никто же не может понять, что через предприятие проехать, можно проехать. А не надо рассказывать секреты. Да. Не стоит их выдавать. Вот такая она, Красноярская ГЭС. Мраморная скала. Да, называется Сибирская Швейцария. Да. Там дорога ровненькая, чистенькая. Это Хакасия. Да, это уже Хакасия. Вот в этот мы залетели. Да, тут хороший такой горностай. Не видно его было. Так это мы красиво пролетели. Лихо ты в него зашел. Да, да, да. Там, кстати, уже отметин много. Ну, кто-то уже... Не ты первый. Горцевал. Не ты последний. Поедем попробуем с другой стороны ГЭС попасть. Это у нас правый берег ГЭС. Мы на левый поедем сейчас. Как с горы спускаешься, да, там такая... Вот отсюда вид совсем другой. Абсолютно, ну, какая... да. Ты просто не видишь, что происходит, когда посмотревши сверху. А вот сейчас, побывав там наверху, ты понимаешь просто, что она падает, потом взмывает вверх. И потом рассеивается. И потом рассеивается, и все, и топит потом тут окрестные леса. Она деревянная, но можно сказать. Кто? Кого? Смотрите, какая. Смотровая площадка. Да ну нафиг. Да не, что там. Ну ты что? Пока... Нормальная площадка. Да что ты там оттуда увидишь? Не, ну а что там? Вот там-то было видно, а здесь-то? Ну, здесь ты что увидишь? То же самое, что развалины. Снизу. Тут у нас такая дорога с серпантином. Не будем выдавать. Да, тайну, да? Тут завтра... Мы сами будем ездить. Завтра весь Красноярск тут будет. Вот, с моста, конечно, будем. Пересекаем. Право. Поехали. Вазик, пропустить надо, потом тихо поедем. Он не туда. Да. Видать, туда, где мы были. Не, ну, конечно, да, но... У меня от одной мысли, что вот за этой вот бетонкой, бетонной стенкой, там сколько там воды. И вот рассчитать, чтобы вот к этой, ну, сдержать всю эту мощь, правда? Это какими нужно было гениями, чтобы вот такие штуковины придумывать? Такую реку перегородить. Так самое интересное, строили в 60-х годах. Но... Ни экскаватора путник, ни грузовиков нормальных да. не было. А где Леша купался, все затопило. Так что при всем желании. При всем желании теперь, Леша, мы туда тебя не свозим. Да. Мы же хоть ты думал. Останусь наивный... сухим? Нет. Он наивный думал, что он поехал ГЭС смотреть. Он же купаться поехал. Да, да, но да. Но тут места нету. Не получится. Не получится. Все затоплено. Очень много мотоциклов на минских номерах на белорусских. Люди едут, а
пускают на своих мотоциклах. Ну а что делать? Кстати, вот этот ручей, я тебе рассказывал, по-моему, но подписчикам я не рассказывал, зрителям канала. Какой ручей? Вот этот здесь ручей молодежный. Если по преданию, если ты попьешь воды с этого ручья, ты молодишься. Сворачивайся. Как вынеси, так Люша ныряй. Да, как водички молодец, как попить. Так нифига, сам ездит, пьет. Все, я понял тебя. Вольтов тут много, да. Куда едем, сами не знаю. Посвалишь? Ну, хотя это радует. След можно назвать асфальтом. Пытаемся с другой стороны. Вниз поехал. Так вот именно, что мы тут. Дядька, может, просто тут. Хотя нет, сейчас. Сейчас поспорим, раз уже съехали. Тут уже знатоков много. Тут уже протоптано. Да, оттуда дорогу никто не знал. Тут протоптано дорогу уже хорошо. Ну да, вон она, газ уже с этой стороны людей. Насколько близко подъедем? Ну, подъедем. Сейчас посмотрим. Сюда, наверное, на левее. Ну, там джипы ездят, тёшь. Да? По затёрке вот только сюда. Там мы что, и на джипе, что ли? Мы ж не на этой, не на приоре. Это всегда чем выше. А вот, вон вода прямо видна. Ага. И вот этот мост. Где это? Судоподъёмный, да. Судоподъёмный, да. Ну, говорите, куда? Направо, налево? Да прямо, наверное. Да. А может и направо. А может крути и направо. Крути направо, крути. Ничего запрещающего нет. Но все-таки повыше будет. В всяком случае, пока ничего здесь не запрещает сюда ехать. Да, вот здесь. Вот уже все запрещено. Где написано еще? Ну вот. Только это закрыто. Сетка. Вода не видать. Ну вот здесь вот тоже. Тут вот тоже. А, ну да. Людей. Припарковаться негде, видишь. Ну что, мы туда поедем припарковаться? А, думаешь, там есть куда ехать припарковываться? Ну вот здесь можно, только здесь не перекроем. Попробовать они вон дальше. Вот здесь восстановить, ну, все. А там он дальше можно остановить. Да ладно, стал бы тут уже. Отсюда-то как интересно еще тоже. С этой стороны еще круче. Прямо видно все. Вот так вода стекает, потом поднимается вверх. Ну, можно вот, да, выпить сразу же. Кто-то забыл. Ну да. Ну ты считай, прямо напротив находишься. А, вон, видишь, там. Там вон и наверху люди есть, видишь? Со стороны так кажется, как будто ну, чуть-чуть водички течет, да и все. Да, вот она получается, она ж не просто слетает, а она так трамплином
сливается вниз, потом трамплином поднимается, подпрыгивает вверх, и потом уже, ну, как гашение идет какое-то. Не, ну офигенно, офигенно, конечно. Да, вот сюда. Ну вот мы на самой вершине. Выше уже не бывает. Выше только к звездам. Да. Туда он ехать. Да. Еще. Еще выше. Ну. Ты говоришь, не бывает. Все бывает. Ой, нам место какое прекрасное тут ставили. Смотровая площадка тут просто. Вон туда, вон дальше. Самый-самый конец. Смотри, что такое. Сюда ехать, туда дальше. Направо крути, налево крути. Ну давай сюда, прикрутим. Ну. Вот так вот. Вот шикардос. Вот здесь вообще шикардос. Ну и крайний вам ракурс, как все это происходит. Ракурс, вернее. Вот там это море, которое сливают. Красноярское. И вот она вот так. С высоты 120 метров слетает вниз, подлетает вверх. И вот создает вот эту вот красоту. Да. Здесь круче видно, чем снизу. Мы сегодня все три ракурса. Да, 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 да. То есть вот на той горе мы были, вот там. Где ж мы? Где-то вон там, вот прямо по прямой мы были, да? Чуть, вот, ну, чуть левее, вот там. Ну а само море это вон оно, да? Красноярское. Да, да, здесь бы, конечно, на дроне пролететь было бы вообще, зависнуть над этой всей штукой. Нельзя, говорят. Собьют сразу же. Ему надо и так ведь развернуться. То есть это в него корабль. А это что за фигня тогда? В него корабль заезжает. Вот в эту вот, да, вот в эту штуку. А, и она поехала. Закрывается. Да? Он поедет с водой, с кораблем, едет наверх. А-а-а. Здесь вот. Потом его разворачивают, ему как-то надо его выгрузить, и ну он да. Туда его угружает. Ага. Да, нет. Это разворотный круг, вот он. Не видел этого процесса? Нет, я не видел. Я видел, как он едет. Он едет очень медленно, но он как стоит на медленном. Видел, как он едет? Ну, он стоит на одном месте. Тихо, тихо. Ну что можно с окна автобуса увидеть? Не, ну понятно. Было бы интересно посмотреть, как вот он перетаскивает здесь корабль. Ну, видимо, это долго очень. Ну, понятно, что долго, но... Нет, большинство нет. Нет, я видел, как он на рельсах стоял, то есть он где-то там двигался. Что-то тут как-то все как-то ржавенько. Может, уже сейчас уже и не перетаскивают? Да, сможет. Уже, может быть, это, законсервировали. Высоко. Друзья, а теперь еще раз об условиях конкурса, который замутило всем вам известная красноярская мафиозная бригада в лице Александра и его супруги Ирины. Ваша задача – угадать, какой подарок эти ребята передали нашему шефу Александру. Сразу скажу, подарок интересный, подарок необычный, подарок креативный. Те, кто внимательно следит за каналом, за движением, те смогут догадаться. Включайте фантазию, друзья. Пожелаю только вам удачи. Других подсказок не будет, сами понимаете. Приз у нас необычный. Сразу скажу, победителя буду выбирать не я. Победителя будет выбирать наш Дон Корлеоне по имени Александр.
Самое главное условие данного розыгрыша – вы должны быть подписаны на тот канал, на котором вы сейчас находитесь. Ну что, друзья, всем удачи, успехов, везения, креативности. Ответ на вопрос будет в следующем ролике. И там же будет объявлен победитель. Если он будет, я думаю, что будет. Время проведения розыгрыша — 2 суток со дня выхода данного ролика. Еще раз желаю всем удачи, успехов, победы. Ну и ждем победителя и счастливого обладателя данного белого автомобиля. Завершение вечера, да? Да. Кафе «Восток». Место встречи не изменяется. Пойдем. Правда, красной фури нету. И белого дилижанса тоже нет. Вообще никого нету. Пусто. Пошли ужинать. Чай. Настоящий. Узбекский. Зеленый. Вообще класс такой. Хозяин этого чая куда-то пропал. Хозяин там что-то мутит, очень такое. Такое что-то необычное. Это пахнет оттуда. Вы не чувствуете, в камеру пахнет? Я вот чувствую. Мы нет. Ну вот действительно вот настоящий чай. Не то, что у нас траву продают. Да. Но это ждем дальше, видите, вступление, так сказать. Чай обхвалили. Обратите внимание, уважаемые подписчики. Вот это хозяин этого кафе Михаил. Скажи, а что это? Миша, что это такое? Это мясо, бычий хвост. Вот у говядины вырезка, шея, и вот хвост самый мягкий и самый вкусный считается. Ты сам готовил? Вот, да, это я сам. Это как бы узбеки, вот как мероприятия там, или как друзьями сидят, а вот основное они готовят это блюдо. А я тоже частенько для себя готовлю. Вот как сегодня, как уважаемые гости, вот старался же готовить для вас тоже. Что вы попробовали? Сейчас будем пробовать. Блин, ну выглядит, конечно, просто фантастика. Мы представить Михаила-то забыли уже? Я же представил, только что, хозяин кафе. Александр, вы не следите. Ты уже все, ты уже весь это блюдо увидел, все. Он целый день не ел, так поэтому. Я попил у тебя компотика, и все, больше не ел. А, когда в обед были? Да, да. Ну что, всего приятного аппетита. Будем пробовать. Я еще такого не ел. Да. Ни разу. Ну это узбекский, как бы. Ну, чай, когда вот будете на стоянке ночевать, да, спать, да, там чайку попить. Как вот эта чай, штука там называется? Пиалушка. А, пиалушка. Вот это для чая, это для спиртного. А-а-а. Спиртное с пиал пьют? У нас то. Ну, кто как это. Да, ну, как мы бы. Вот, да. Всяко разное душу. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, Михаил. Огромное. Спасибо вам, что заехали. Ну, теперь мы мимо не проедем никогда. Да. Особенно после таких подарков и такого ужина. Да и в прошлый раз это ужин. Все ж вообще вкусно. Когда покушали. Короче, братцы, заезжайте. Вот выбор блюд у нас тут, видите. Ну, не у нас, Михаила. Просто. Но это уже вечер. А так, все вкусно, все недорого. Радушие хозяев. Вот этих. Все. И спасибо за угощение. Очень вкусно. Вам спасибо. Все. Пожалуйста. Заезжайте постоянно, будем рады. Спасибо. Все. Как хорошо, что не за рулем, да? Мам. Спасибо хозяину Михаилу за шикарный ужин. Я вообще дышать не могу.
счастливо. Пока. Доброй дороги вам. Удачи. Побольше спасибо. Клиентов. Спасибо. Так что, друзья, заезжайте. Все заезжайте. Кушайте. А мы поехали спать. Тебе же завтра в рейс опять, да? Да. И мне завтра в рейс. Я обратно туда же, где был. А у меня выходной. Ура. А я, наверное, завтра загружусь и никуда не поеду. Вот до Михаила доеду и все. Высплюсь наконец-то. И потом поеду.